45 лет в этом году исполняется чебоксарскому предприятию, выпускающему мороженое. В честь юбилея компания «Волга Айс» подготовила для горожан новинки. Попробовать их смогли посетители выставки «Регионы сотрудничества без границ». Пломбир, эскимо, фруктовый лед, замороженные десерты. Компания «Волга Айс» сейчас выпускает более 60 лакомств на любой вкус. Это мое любимое мороженое, потому что в жаркий день им можно охладиться. И здесь два самых моих любимых вкуса – клубника и банан. Я очень люблю мороженое. За 45 лет существования предприятия рецепты мороженого постоянно совершенствуются. За это время компания очень выросла профессионально. Мы постоянно совершенствуемся. У нас новое оборудование, мы строим новый склад. С каждым годом наше мороженое становится вкуснее и полезнее. По данным предприятия, одно из самых любимых мороженых жителей и гостей республики – чебоксарский пломбир. В год юбилея компания предлагает его не только в вафельном стаканчике, но и в рожке. Новинку оценил глава республики. Мне надо рожок. Вот этот рожок. Михаил Игнатьев угостил и детей, пришедших на выставку. Им тоже понравился чебоксарский пломбир. Валентина Алексеева, Михаил Солин, Владимир Синдеев, Вести Чувашия.